В преддверии 9 мая армавирцы уделяют большое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В год 70-летия Победы контроль над местами захоронения наших земляков особый. На месте братской могилы на городском кладбище идет масштабная реставрация памятника. Там же похоронен участник войны 41-45 годов, дочь которого обратилась на горячую линию нашего телеканала. У меня папа участник войны. Памятник его на кладбище. Я вот на той неделе пошла, он весь полопался. И до 9-го он вообще не стоит, весь провалится. Мне 80 лет, я не в состоянии ничего там сделать. Мы как могли, когда мой муж был живой, поправляли там все, а сейчас он вообще завалится. Кто же поможет отремонтировать или заменить памятник, нашей съемочной группе пояснили в Совете ветеранов Армавира. Есть постановление такое, что если он умер в 89-м году, то ему памятник ей не ставят. Если он умер в 90-91-м году, даже умер, то ей обратиться в военкомат и ей поставят памятник бесплатно. 12 апреля православные христиане отметят Пасху, воскресение Христово. Но армавирцы уже навели порядок на могилах родственников, покосили траву, покрасили ограждения и памятники. В нелегком труде им помогают и городские службы, которые убирают и вывозят мусор. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.